Теперь мамы тоже могут ходить на учебу. В Валиховском переулке 5 работает школа здорового ребенка. Там родители слушают бесплатные лекции, а врачи готовы ответить на все вопросы. Подробнее расскажет Олеся Повар. Молодец! Красивая пирамида. Каждую среду двери этой комнаты открываются для всех мам. Сюда они могут прийти и задать любой вопрос по воспитанию и уходу за малышом. А еще послушать лекции, которые будут полезны всем родителям. У Дарьи недавно родился первенец. Чтобы узнать, как растить малыша, она обратилась в школу здорового ребенка. Я узнала очень много нового, то, что я не могла найти в интернете, не могли посоветовать ни бабушки, ни мамы, ни подруги. И я задала те вопросы, которые меня волновали. И получила все ответы на свои от квалифицированных специалистов. На лекциях говорят о грудном кормлении, прививках, психологическом и физическом развитии детей. Школа здорового ребенка – проект на базе детской педиатрической больницы медицинского университета. За полгода работы она уже приняла около 200 женщин. На занятия приходят как беременные, так и мамы детей до 6 лет. Одной из наших задач отнюдь не является лечить больных. Нам надо вырастить детей здоровыми, чтобы не нужно было лечить у них болезни. Мы хотим, чтобы этот центр стал центром осознанного родительства. Формирование в родителях осознанного отношения к их детям, правильного отношения к детям. Врачи говорят, что сегодня педиатрию необходимо развивать. Прежде всего, планируют возродить комнаты здорового ребенка во всех амбулаторных учреждениях. Нам не хватает очень именно этого сегмента. И мы согласны обсудить, и в каждой поликлинике комнаты здорового ребенка, где мама может и ребенка покормить, и с ним побыть. И в это время демонстрируется какой-то ролик гигиенический. В ближайшее время Центр здорового ребенка планируют расширить, а также приобщить к своей работе студентов. Олеся Повар, Валентин Мирза, 7 канал.